это хороший практический пример применения нового инновационного подхода к инвестициям, которые можно осуществлять в нашей области для получения достаточно хорошего дохода на протяжении практически всего года. Поездка полезная. У меня есть опыт посещения аналогичных станций в Германии. Это Мюнхен, это Бавария, это Фрайбург. И есть что сравнить. Я по инвестиционным, по исполнению, наша станция, ничем не хуже, а может даже лучше.